Вопросов мало. Как правило. Что накипело? О. Женя! Да. Я готов. Вы тут, я вижу. Да. Ну, я могу задавать вопросы? Да, задавайте. Да. Уважаемые юбиляры, да. Если Днепр культурная, но все-таки столица, каких правительственных учреждений не хватает нашей столице? Какой серьезный. Ну, они сразу сказали, врачи, что ли? Спасибо. Ты будешь дежурным по запискам сегодня. Ты запомнил, да? Все записки передавать сюда, я от него буду... Так, это... Так. Как вы относитесь к дамам, пользующимся красной помадой? Просто тупик. Сексуально. Мы их чувствуем с толком, с расстановкой декоммунизируем. Одесский десант в зале сидит. А, вот. Значит, тебе тут ребенок, ну ребенок нужен. Почему у нас все шутки о любви? Потому что о любви, деточка, мы можем только шутить. Так, справа мне говорили, справа, кто справа? Да. Они одно в двух. Или два в одном. Может быть, тут еще министерство. Повторите вопрос, пожалуйста. Если тут, давайте, я вам говорю, если тут разместить прачечную, то может быть еще и Министерство культуры разместить. Министерство культуры столько не отмоет. Спасибо. Еще. А любить можно? Подождите, сейчас тут уже стоит наш бывший директор Александр Матвеевич. Почему писец веселый? Подожди. Почему писец веселый? Вас двух запомнил. Почему писец веселый? Почему? Можно не говорить ничего. Потому что грустный писец выступает на Сурско-Литовском. А можно... Он обделенный, я вас запомню. Вы вот так стойте. Да, прошу вас. Вася, стой. Пожалуйста. Не, уже кричать надо, что вы идете, вы упадете. Хозяева казино в своем заведении не играют. Всегда гиперболизировали. Да, прошу, да, нет, там вот стоял человек, вот я помню, да? Да, да. А на том же, Сурско-Литовском, так можно любить или нет? Черный юмор! Прошу. Нет, мужчина, подумайте головой. Ну, давайте отвечай, нет. Молодец. Нет, ну вы же спросили, я ответил нет. Вот так. Почему? А почему? Нет, а почему это другой вопрос? Давайте, не еще. Не будьте украинским евреем. Еще раз. Не будьте украинским евреем.
А я с этого подождите, вы когда-нибудь в Украинске играете? Почему там нельзя любить? Почему? Холодно. Слушайте, у вас проблемы. Почему вы скажете, что... Следующий! Не будем на эту тему. Ну не будьте кабельским арабом, ну не надо. Ну про то не хочется вам отвечать. Давайте еще. Ну... Не любят это. Нет, не любят. Украинские евреи нет. Какие вопросы? Еще. Сделали мы вас лучше, конечно. Наше отражение в ваших очках. Вы замечательные, мы тоже. Еще. Да, где вопрос? Да. А, случайно, я вас забыл. Как вы по-новому, когда или как? Когда вы по новому мосту доедете до нового аэропорта? По мосту Батона до Борисполя. Вы не доедете. Когда мы по новому мосту доедем до нового аэропорта? Что вы не в курсе? Разве на мосту не аэропорт строят?